Гайд на Бартса наконец набрал 30 тысяч просмотров, и призовые на 750 алмазов получает Артфин. Поздравим победителя! А следующий конкурс будет в гайде на Броуди. Не пропусти! Мур, привет, друг! Это новости на канале Зверько, и мы с вами уже 3 года. В эфире выпуск про обновление 1.5.26. Звездный скин на Чан-Нея будет доступен с 1 ноября. Хэллоуинский облик на Леоморда доступен уже сегодня за 749 алмазов. Торопись успеть на скидку 30% в первую неделю. Изменения героев. Уранус. Нерф ульты. Уменьшили бонус к щиту и регену ХП. Ранее он рос с 30 до 50%, теперь 20 и 30%. Алдос. Этого бойца разработчики решили усилить на старте и чуть ослабить в поздней игре. Первый навык, базовый урон заряженной атаки, был 130-330, теперь будет 150-400. Физический бонус от предметов уменьшили. Было 100%, будет 90%. Ранее перезарядка сокращалась с 5 секунд до 3,5 секунд, теперь 4 секунды на каждом уровне. Экстра урон за стак был 7, теперь 6. Бальмонт вновь празднует баф. Ульта. Базовый урон рос с 300-500, теперь будет везде 400. Уменьшили физический бонус. Было 100%, будет 60%. Экстра бонус к урону от потерянных ХП врага был 20%, теперь будет расти с уровнем от 20 до 30%. Максимальный урон по негероям был 1300-2500, теперь будет 1500-3000. Апнули пассивку. Реген от убийства миньонов. Ранее 7%, теперь будет 8%. Забавно, но Бальмонду постепенно возвращают показатели 2-3 сезона, потому что его нерфили, обрезая бонусы к потерянным ХП, добивание по лорду черепахи и отхилу, а теперь возвращают. Напиши в комментариях, как ты борешься с Бальмондом в криты. Матильда. Первый навык. Наконец-то до них дошло, что нелепо делать штраф к урону в одну цель, когда механика отправляет висп именно в одну цель. Теперь навык должен рассредотачивать висп по ближайшим героям от цели. Второй навык. Ближайшие союзники получают щит сразу после каста заклинания. Ульта. Теперь при касте на ближайшую цель Матильда сможет наворачивать круги вокруг нее в течение 2 секунд, вместо того, чтобы сразу врезаться в цель. Это серьезный баф и упрощение игры за Матильду. Как игралось раньше, можешь посмотреть у меня на канале. Клинт. Ему ослабили начало и усилили позднюю игру. Опять. Первый навык. Ранее урон в одну цель уменьшался до 20%. Теперь штраф будет уменьшаться с уровнем с 15 до 25%. Второй навык. Нерфанули дистанцию отскока. Было 4,8, будет 4,4 корпуса. Бартс. Опять подвергся нерфу. Базовая физическая защита. Была 25, будет 12. Пассивка. Уменьшили бонус к защите за стак. Ранее было 3,6, будет 2,5. Также уменьшили сопротивление контролю. Было 3%, будет 2%. Ульта. Уменьшили количество получаемых зарядов здоровяка. Ранее 3,6 и 9, теперь 3,4, 5. Маша. Уменьшили урон по жирным героям, но немного усилили позднюю игру. Второй навык. Экстра урон заряженной атакой. Ранее рос с 1 до 4%. Теперь будет только с 1% до 2,5% от максимальных ХП цели. Ульта. Теперь бонус к защите растет с уровнем с 30 до 40%. Ханаби. Первый навык. Нерфанули урон первого выстрела. Было 50%, будет 45%. Пассивка. Увеличили лимит щита с 20 до 30% от максимальных ХП. И ритейль интересно забалансили. Пассивка. Уменьшили урон тройных болтов. Было 42% за болт, будет 40%. Зато в ульте теперь есть бонус к передвижению от 30 до 50 единиц скорости бега. Это очень позитивный ребаланс, я считаю. Кае.
Пассивку апнули. Урон по миньонам от заряженной атаки был 4%, будет 12% от максимальных хп цели. Без возвращения бонуса к передвижению, это что мертвому припарка. Кайе нужна подвижность. Алукард. Второй навык. Базу урон повысили. Был 270-370, будет 300-400. Тризла. Второй навык. Исправили баг с уроном. В боевых заклинаниях появилась демонстрация навыка. Щит. Увеличили прочность с 720 до 800 ровно. И увеличили щит, который накладывается на союзников, с 50% до 70%. Изменили бонус от маски. Маски. Изменили бонус. Ранее ты получал 12 голды каждые 4 секунды, если ты пятый в списке. Теперь награда будет расти с 8 до 12 голды от уровня маски. Та же чехарда и с опытом растет с уровнем маски от 20 до 30 экспы. Ранее давал ровно 25. Теперь невыгодно бегать с одной деревянной маской. А на этом с обновлением все. Подписывайся на канал, забегай на стримы и, конечно, ставь лапку. Удачи, друг! Тупый яд, а так ушел мертвый отряд. Они шли, чтоб